I don't think Russia and China believe they are paying any price at all, nothing at all, for standing up on behalf of the Assad regime. The only way that will change is if every nation represented here directly and urgently makes it clear that Russia and China will pay a price, because they are holding up progress, blockading it, that is no longer tolerable. Нечто такое, что, мне кажется, должно подталкивать наших коллег и наших партнеров к более конструктивной работе, чем до сих пор мы это видим. Что я имею в виду? Совсем недавно, совсем несколько лет назад, лично нам не говорили, но я знаю, что они говорили своим, говорили, ладно, пускай там Россия ковыряется, нам уже даже не очень интересно. У них там ржавчина одна осталась. Это не так. Сегодня это уже совсем не так.